От любви до ненависти один шаг. И этот шаг с ножом в руках был сделан жительницей Нижегородского района. Татьяна Мизерева и Андрей Короляка жили в гражданском браке более 5 лет. Но что-то пошло не так, и она попыталась его зарезать. Вчера вот эта вот гражданка пырнула мне ножом. Благо я успел закрыться, то есть, ну, сердце. А вот теперь смотрите, как нож, он избивал нож, меня ногами. Ногами. Я сегодня ночь провела в РУВД. Что еще вы хотите от меня? 3 года ты приведешь в колонии общего режима номер 2. А из-за чего ссора-то была? Ссора не было. Я его просто попросил выйти из моей комнаты. Ссора была. Больше ничего. То есть, когда она пришла, то есть она выпивала с гражданкой Еленой Симаниной. Почему вы туда залетели, гражданин? Я проснулся, сделал мне замечание. Я говорю, ребят, мне завтра на работу надо. Это прям вранье. Я говорю, давайте ведите себя потише. Я кричал, я говорю, дайте мне поспать. Дайте поспать, мне, я говорю, не завтра на работу. Это вранье. За что она взяла ножик и просто... Это вранье. Мне руку. То есть мне зашивали сухожилия. Рука есть... можете пощелить? Нет, не могу. Сжать кулак, нет? Нет, не могу. То есть врачи, то есть, ну, сказали, то есть, ну, будет, ну, гноиться будет, потому что рана очень глубокая. Спрятал нож, то есть, ну, а нож нашли на первом этаже, то есть сотрудники полиции. Кровь ваша? То есть, да, это кровь моя. Он мне прямо грудь с ноги ударил. С ноги? Да. Потом он мне ударил в копчик. Я сесть даже не могу сейчас, вот на данный момент. А нож-то зачем в руки взяли? Ну, потому что я уже не могла. Вот. Он кидается на меня, понимаете? И сбивает ее. Ну, а что смешного-то? А за это почему? Тебе вчера вот не смешно прям совсем, да, было. Да, не смешно, когда мне из скорой вытаскивали. Все, товарищ, он меня избивал. Извините, избивал. Пройдемте, Татьяна Ильич. Полиция, ты почему вы не обратились, если избивал? Так, сейчас, пожалуйста, нас не отвлекайте от нашей служебной деятельности. Он не дал. Татьяна Ильич, минутку. Нет, он не дал вызвать Лене полицию. Она с телефона своего вызывала, и до сих пор телефона у нее, ее нет. Пожалуйста, пройдемте в отделение полиции дальнейшего разбирательства. Я не хочу. Если вы откажетесь выполнять закон, да, требует сотрудник полиции, будут применять к вам физическую силу и спецсредства. Так что пройдемте, пожалуйста. Я вас предупреждаю. Вот где правда. Человек нас избивал. Нас обеих избивал. И вот теперь еще вот эти вот нас забирают. Я вас предупреждаю. Если... В конце концов, вы вообще совесть имеете, нет? Мы имеем совесть. Пройдемте, Татьяна. Где она у вас? Пройдемте. Где она у вас? Татьяна Валентиновна, пройдемте. Да не хочу я с вами проходить вообще никак. Поедешь, отдохнешь. Вот, пожалуйста. Годика 2-3. А вам не жалко? Нет. Сожительность? Нет. Почему? Вы же вместе сожительствовали. Ну, я понимаю, и спали вместе. Я сейчас могу еще одно заявление написать, потому что она мой телефон разбила. Он вон лежит вместе с мужчиной. Ну вы же сожители. И что, это? Ну, я так понимаю. А долго это терпеть-то надо? Честно скажите, как мужчина мужчине, руку поднимали на нее? Нет. Ни разу? Ни разу. А синяк откуда? Ну, синяк, я не знаю. Они вон бухали, они там, я не знаю, падают, валяются. Сколько вместе встречаетесь вы? Ну, мы где-то около 5 лет вместе. И вот... Я так понимаю, такие взаимоотношения у вас длятся уже не первый день. Это не первый. И ни разу руку на нее не поднимали. Нет, не поднимал. Кстати, как сообщили нам в полиции, в отношении Татьяны Мизеревой за сквернословие в общественном месте в отношении нее составлено дело об административном правонарушении. Что касается нападения с ножом на гражданского мужа, то по данному факту уголовное дело пока не заведено, ведется проверка.